Всем привет! Сегодня на ремонт у меня вот такой мотороллер, мопед, Viper, как его называется? RC-130. Viper RC-130. Сцепления нету, выжима. Диски заменены. Ну, сейчас покажем, что там, найдем, может, что. Сняли вот крышку, естественно. Барабанчик вот такой. Ты иди поближе. И видно? Барабан вот выжим, тут непонятная система. Подшипник вот лонжерок стоит, не знаю, на чем он там давит. Короче, сейчас вскроем эту крышку. Вскрываем. Кто-то снимет? Угу. Так. Поднимаем крышечку. Ну а тут, да, тут это. 4-гранная, она как обычно на всех на них. А, вот она герметик переставил. Блин, а как же правда здесь выжим-то что-то интересное, я не пойму. Блин, мне кажется, там внутри сток должен быть. Мне кажется, где-то ты его уёб проёбно. А то что было? Подгибаем вот шплинты эти. Что-то ты подгибал. А какую ты, говоришь, тут гайку ты делал? Не под гайку вот эти вот. Чтобы туда откручивать. А, бить что ли? Да. А, вон что-то делал. Ты бил, короче, да? Угу. Потому что не ты мол эту гайку до конца. Вот пойди на ключик, сейчас ключик, наверное, сделаем. И знаешь, даже с чего его сделать. Так. Гайку открутили мы, правда, неправильно открутили, но открутили. Нифига, что-то она не идет, Женька. Должна. Так она корзину-то сейчас не снимется вместе с ней? Нет. Она не даст. А что, а шайба это не даст? Да, она там зубцами. Либо выкручивать, либо загибать, чтобы она снялась. Ладно, все, сейчас вот эту шайбу выкручиваем. Вот такой короче-то стопор. Так, все, теперь у нас снимается, да, получается? Да. Так, ну и что, все, сцепление получается? Все. Так. Видно тебе? Угу. Вот стопор на так, вот это ведущий получается. Да, можешь ее вытащить, натаскивать. Серединка, нет, да? Вот это. Сама штучка вылазит. Переверни ее, она выпрыгнет. А, вот что-то. Так, а, вот, ну вот. Так, ну вот это получается. А, ну да, вот она ведущая, она получается вот тут одевается. Угу. Вот на эту часть. Угу. Так, это значит ведущая. Так. Ну я не понял, где там пружина-то стоит. Ну они стоят вот прям вот между вот этой и вот этой. Вот ну это. Они диски сжимают, да, получается? Да. Так. Ну ладно, будем сейчас разбирать корзину. А, ее запустит? Да. Так, а у нас она. Не-не-не, ты прям так отверткой снимай. Да, блядь, неохота, чтобы она вон. Сейчас она выпрыгнет. Аккуратней. Так. Не удержишь. Не удержу? А-а. Да все, снимай. Кольцо удерживай, не выпрыгнет. Ну, так, конечно, не надо. Надо в чем-то сжимать. Так, ну получается, вот к этому диску прижимается она. Так, это тесиновая, да, взял? Угу. Это ведомый, эти ведущие. Что ж там будет? Почему он не работает? Так. А, пружина она вон там получается. 4 штуки. Ну, вот и вся корзина. А эти потом пружинки оттуда вставляют? Да. Это чтобы не играл, это типа демпферов получается. Mm-hmm. Все тут, вот вся корзина здесь. Так, ну-ка сейчас. Так, а мы сейчас попробуем вот так. Сейчас мы без пружин сделаем всю эту систему. Посмотрим, как она примерно хоть работает. Почему не разжимаются там. Сейчас вставляем, подожди, пока вставим. Вот эта часть получается ведомая, вот она. Она или вот тут сжимается, они, скорее всего, как вот я тебе говорил, сжала барабан при затяжке. Вот смотри. Ну-ка.
все равно не доходит. Так. На шлице, я думаю, нападает. Так, вот это же можно снять, да? Вот же вот он, видишь, крутится, все. Это вот оно стоит, вот ведущая часть отвала. Шлице, видишь, все стоит, все крутится. Но у тебя почему-то эта хрень вся не работает, получается. Зажато. Зажато, да. Почему только непонятно. Вот она все работает, без пружин же работает. По сути, вот сейчас вот она же вот так получается отходит. Вот так раз зажала, вот корзина, когда поднялась. Ее получается зажала. Все, она должна у тебя быть диски сейчас сжаты. Все должно работать. Или может у тебя правда под диск там попало? Один какой-нибудь ты зажал. Ты мог диск вот один зажать. Усики попали под эту, под ведущую, у тебя зажалось. Да? Да, нефиг делать. Все, вот она, видишь, крутится, вот она ведомая, все, коробка, видишь, пошла. Диски, видишь, не зажаты. Все, видишь, работает сцепление. Вот скорее всего ты когда вставлял, у тебя попал один диск туда под эту. Да я вроде вставлял, но нормально. Ну, нет, было. Видишь? Вроде. Зажимали, да нет, не выскакивало. Ну, блядь, ну я не знаю больше, я не вижу тут причин никаких. Ладно, попробуем сейчас собрать. Так, собираем. Вот это получается нажимной диск, да, сам? Его сейчас надо в пружины, да, попасть? Угу. Так. Вроде попало. Ну вот теперь вон ту вставляй. Кого? Шестеренку. Серёнку? Серединку? Да. А чтобы на нее собирать? Да. Я так собирал. Ну да, в принципе, правильно. Может, я говорю, вот когда я маленько крутил, а точно диски так стояли? Не сперва? Да. Не сперва это, а нет, почти хотят по-другому. И что, у тебя были двери сгоревшие? Да, вот эти вот железные, они вообще синие. А эти, стертые. Первое вообще там почти не было. Первое. Так, ну и самое интересное, сейчас это все зажать. Дело. Вот. А ты как сжимал их? Мы брали этот, типа выдергу. А? Под забор его зажимали. Так, ну ладно, Андрюш, это не снимай уже. Не в середину попал, мой, к себе. Так, мы сейчас вот так попробуем. Задавить. Надо было кольцо вставить, Женя, вышло он. Охуеть. Сверлили вообще изумительно, да? Ну. Не надо в забор никакую штакетину вставлять. На, подержи, я вставлю, не морай руки. Тут топорок-то, блядь, игрушечный. Ну, держит хорошо. Все, отпущай. Ну, так, подожди. Ну, все, выжим есть, смотри. Хватает ему хода. Вот сейчас они должны уже крутиться по-любому. Ну, да. Как оставляешь, они? Не едет. Ну, что-то значит. Ну, будем сейчас смотреть опять. О, видишь, он опять выпал. Ну-ка, подожди. Блин, да выпади ты раз. Да нету, как бы они все ровно стало. Блин, да все должно работать, нахуй. Где тряпочка есть? Вот он. Так, ну, короче, собираем в обратной последовательности. Стопор, вот шмопор этот. Будем пробовать. Вроде все как бы должно работать. Собираем, сейчас испытываем. Вырубай. Так, сперва мы не тросик натянем, а сперва мы натянем вот эту. Вот здесь регулируется оно вот этим болтиком. Так, ну все, оно коснулось, в принципе, больше. Не, подожди, не выжимай. Ты не нажимал, когда я крутил? Угу. Ну-ка, сейчас свободный вход большой. В принципе, выжим-то. Да, выжим, есть. Есть. И что ты его хотел? Будет 200 сцепления, нет? Что за ёкерный театр? Ну, это что? Мне кажется, он это. Просто диски новые, они слипаются. Он их не может разорвать, чтобы раскрутить.
Ты прям пробовал на первой скорости на тормоз нажать? Ну. Ничего. Там можешь прям выкатить и попробовать. Ничего, он едет все равно. Ну. Я же сюда, сюда ехал. Так, ну-ка, где четвертого нет? Ну, красиво. Ладно, не на третью. Ну все, нажал. Что, 34 горит. Пусть погреется, Малин. Поставь его пока на нейтрал. Погрей. А это что, не уровень резина там, да, пока? Да нет, да. А? Подсоса нету, что? Вот такое чудо-юдо Китайоса рейсер. Скорее всего, диски толстые сильно. Из-за этого он это. Их не может просто провернуть, новые диски стоят. Они еще, видишь, насечках все такие, не гладкие никогда. А новые были гладкие. Да. Вот это из-за этого. Вот этих насечек достаточно. Они, представь, у них есть коэффициент сцепления. Хоть ты выжимаешь, а им хватает, чтобы крутить даже двигатель. Ну, с пульсом все нормально, ничего тут больше не может быть. Ничего абсолютно. Думаешь? Пробуй. Подожди. Сейчас я подзакручу посильнее. Посильнее все выжимаю. Аккуратно. Нажми. Не убирается туго, да, становится? Ну, ладно, это так. А ты сейчас скорость не включишь, наверное. Почему? Почему? А, ну да. Все, крайний приход открывает. А. Как еще дали офу в море? Без бензина. А ему воздух прибирает. Давай, поехал. Давай четвертый. По газу? Да, ты, ну как не сильно? Сцепление выжимай, выйди сразу. Газа мало. Интересно, да? Давай еще так. Что еще? Не срывают. Может их сточить? Может ты до хрена диска, да? Нет, три. Как и было? Да. Тех три, этих три. Так, короче, сорвали мы сцепление, ослабили вот эту гайку. Сейчас попробуем снова затянуть. Мне кажется, причина просто ведомая ведущая часть при закручивании вот этой гайки сжимается. Так что у кого есть такая будет причина, ну вот мы сейчас испытаем еще разок, посмотрим. Сейчас появилось сцепление, все, работает хорошо. Гайку сейчас затянем снова, если пропадает, то будем, значит, искать причину, почему они сжимаются. Это будет завтра. Так что вот так. Включай. В смысле слабо. Еще да. Надо накрутить. Все, появилось сцепление. Чуть. Значит, все-таки же диски не сорвали. Новые наши их не сорвал. Еще маленько накрутить. На вам надо сбрить. Ну-ка давай, заводи. Вон. На первый? Да. Да? Сцепление выжил? Папа. Ну вот. Ну сейчас, макарик. Правильно. Так, еще маленько. Да нет, оно хрест холодное, оно может. Нет, его ведет туда. Ну оно подожди ты, пусть оно проветривается. Ну без масла еще, во-первых. Не надо сильно его зажимать. Я нормально подтянул. Когда нейтралки все заведем. Да. Ну, выключите на паузу. Нормально сцеплять, ничего не надо, ничего не надо. А, четвертый. Просто немножко надо пожечь сцепление, но... Ну, я пожгу, не переживай. Все. Так что, комментируем, подписываемся, ставим лайки. Всем пока.